да. Уже вот когда готово. Да, да. Каждый слой нужно. Да. Иначе его ж не намотаешь. Его ж не оденешь. Ну и каркас. Мёд, да? Конечно, каркас. Наращивается постепенно, и каждый слой сохнет. Каждый слой где-то дня три сохнет, то есть его пока сляпаешь. Так. Слушайте, ну лица такие. Спасибо большое. Вы не художник-керамист, нет? Нет. Но красивые. Да бесподобные. А можно в руки взять? Да? Ой, какой он легенький. Она вернее. Красота. Это современная вата, да? Ну, фигурки по 150. Просто прелесть. Нереально. Это ж тяга образа. Ну, вот эти ну, персонажи. Даже так, да. Но вот это точно в голову пришло, потому что такое нигде. Ну, Деда Мороза там. Деда Мороза, они ближе к советским. Да, 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 классические такие. У них есть какой-то определенный стандарт у Деда Мороза. Да, да, да. А вот это, конечно, красавица такая в кокошнике Снегурочка, да? Да. Просто прелесть. Ой, в руку, да? Да, спасибо. А с чего это у вас? Ладно, игрушка. Просто вата, да? А у вас магазин какой-то, есть интернет там, нет? Ну, в интернет выкладываю, а так. Ага. Прекрасно. Ну, можно ссылочку там вашу добавить, если есть. Прелесть. Маня, тебе привет особый. Специально для тебя остановился, снимаю. Спасибо. Моя юная подписчица и дочь одновременно.